Анапское благочиние, Екатеринодарской и Кубанской епархии при содействии администрации города-курорта организовало большой праздник на Театральной площади. Можно было приобрести иконы, освященный хлеб, литературу, сугубо религиозную и по воспитанию подрастающего поколения в лучших традициях русского народа с соблюдением Божьих заповедей, важных не только для верующих. «Не убий, не укради, не лжесвидетельствуй» и так далее. Эти истины вечны. Сегодня наш российский православный Дух Святой Руси пришел к нам на курорт. Почему? Да потому что мы вспоминаем сегодня великую дату – 1025-летие крещения Руси. Если мы будем помнить свое родство, то мы сохранимся как нация. У нас должна быть национальная идея. Всегда, не надо ее изобретать, она всегда была. Это православие, это наша вера, это наша история, культура, которая основана на нашей вере. На праздник приехали гости. Андрей Селиванов – автор-исполнитель песен, баллад на патриотические и православные темы. Актер не впервые в Анапе. В 2008 году он получил приз на киношоке за фильм как режиссер. Испоком стояла в славе неприступная врагам, неподкупна для варяга, так приятно небесам. Выступали народный казачий хор под руководством Анатолия Трошевича, воспитанники школы преображения при храме Серафима Саровского, юные певцы ансамбля казачьей песни «Соловейка», театр костюма «Мариен» и студия «Мастерская славянский стиль» из станицы Анапской приготовили сюрприз – показ моделей домотканых льняных платьев. В каждой семье свои традиции, и не прикликаются. Это наша, наверное, память родовая, которая хранит все, что наработано веками. Все лучшее осталось, поэтому все лучшее мы стараемся возродить и использовать в костюме. Воспитанники студии «Славянский стиль» не только шьют костюмы образца прошлых веков, времен Древней Руси, но и познают православную культуру. День крещения Руси! А вы крещенные? Да! Где вас крестили? В церкви? Да! Мамы? Как надо креститься правильно? Ну-ка лет назад крещение Руси дало мощный толчок к развитию государства российского, объединив разрозненные княжества и города. Сегодня Русская Православная Церковь выступает с предложением придать историческому событию крещения Руси государственный статус. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.